Честь. Ешь ты новому секретарком директора? Привет, ты новая секретарша директора. Честь. Ешь ты новому секретарком директора? Так. Продуе ту от ти Да, я работаю здесь уже неделю. Так. Продуе ту от ти А ты кем тут а ешь А ты чем тут занимаешься? А ты кем тут а ешь тыш? Ясем я бухгалтер. Есть стем Знам Знам тебе звидзеня, але не поментам скон. Знам тебе звидзеня. Я знаю тебя на вид, мне знакомо твое лицо, але не поментам скон. Но не помню откуда. Знам тебе звидзеня, але не поментам скон. Маш слабом память, память. Masz słabą pamięć, u ciebie słaba pamięć. Masz słabą pamięć. Ja ciebie od razu poznałam. Przecież chodziliśmy do tego samego liceum. Ja ciebie od razu, że uznałam. Przecież chodziliśmy do tego samego liceum. Widzieliśmy chodzili w tenż samej licej. O Jezu, przykro mi, że cię nie poznałam. O Boże. Мне стыдно, что я тебя не узнала. О, Езу, пшик, о, пшик же жече не познал вам. Мне стыдно, что я тебя не узнала. Зменила вам фрезуры и уфарбовала вам волосы. Я поменяла прическу и покрасила волосы. Может, для того? Может, поэтому? Зменила вам фрезуры и уфарбовала вам волосы. Может, для того? Вуашне, выглядишь супер. Вот именно, ты выглядишь супер. Дзинкуе, то сада, завше бываш бардзо гжешна, гжечна. Спасибо, ты преувеличиваешь, то сада. Завше бываш, бываш бардзо гжечна, завше бываш бардзо грешна. Ты всегда была очень вежлива. Dziękuję, to przesada. Zawsze byłaś bardzo grzeczna. Zawsze byłaś bardzo grzeczna. Posada, którą pani mi proponuje, jest bardzo atrakcyjna. Posada, dłużność, którą pani mi proponuje, którą wy mnie jest bardzo atrakcyjna. Bardzo przywilejna. Posada, którą Pani mi proponuje, jest bardzo atrakcyjna. Czy mogę liczyć na przyczynne, przychylne, przyczynne. rozpatrzenie mojej kandydatury? Czy mogę liczyć, mogę li je ja rasizować, na przychylne, przychylne. На благосклонное рассмотрение моей кандидатуры. На прихильное рассмотрение моей кандидатуры. Прихильное. Благосклонное. Прихильное рассмотрение. Прихильное рассмотрение. Благосклонное рассмотрение. Прихильное рассмотрение моей кандидатуры. Чи могу личить на прихильное рассмотрение моей кандидатуры? Как наверное. Bezusłownie, jak najbardziej Brakuje nam tak zdolnego specjalisty Nam tak nie chwytaje takiego sposobnego specjalista Zdolnego, sposobnego Brakuje nam tak zdolnego specjalisty Cieszę się, praca w tak poważnej spółce jest dla mnie wielkim zaszczytem чешеще я рад працев так по важной спутче работа в такой серьезной компании по важной спутче поважной по серьезной компании по важной есть для мне великим за для меня большая честь великим за Чешеще Praca w tak poważnej spółce jest dla mnie wielkim zaszczytem. Liczymy na to, że Pan jak najszybciej rozliczy się ze swoim dawnym pracodawcą i obejmie stanowisko u nas. Liczymy na to. My nadzieję się na to, że Pan. Як найшибчей различище за своим давним працедавцем. Что вы как можно скорее наишибчее различище рассчитаетесь за своим давним працедавцем со своим прежним работодателем и обейме становиско и займете должность у нас и обейме становиско у нас. Лечимы на то, же пан как найшипче розличище зе своим давним процедавцом и обейме становиска у нас. Очевидще, бардзо ми залежи на тей праце. Конечно, я очень заинтересован в этой работе. Бардзо ми залежи на тей праце. Гратулюе пану добрего выбору и жиче повадзеня. Я поздравляю вас с хорошим выбором. И желаю успеха. Гратулюю пану добrego выбору и жицее повод зеня. твоя жена працуюе заводово? Твоя жена работает по специальности. Чьи твоя жена працуюе заводово? нараже разе нее. Шука працы. Пока нет. Ищет работу. На не шука працы. Хиба укончила английстике? Англистике. Хиба укончила английстике? Она окончила отделение английской филологии. Хиба укончила английстике? Так, але вкруце по обротне працы дипломовой и затруднению W charakterze nauczycielki języka angielskiego urodziła dziecko i była na urlopie macierzyńskim. Tak, da, ale wkrótce, No w po obronie pracy dyplomowej, po защитy e, dyplomowej roboty i zatrudnieniu, и трудоустройство в характере на учительке языка английского в качестве учительницы языка и английского языка уродила детского родила ребенка и была на урлопе матережинским и была в отпуске по уходу за ребенком урлоп отпуск так але в по обороне працы дипломовой вскоре после защиты, працы дипломовой и затруднению в характере научительки языка ангельского уродила детско и была на урлопе мачежинским. А теперь, правдоподобнее не может знать вольного этату. А теперь, видимо, не может найти свободное место. А теперь, правдоподобнее, не может найти вольного этата. Ну, влачнее, вот именно, но влачнее. По окончанию урлопу зволнила ще за школы. После выхода из отпуска она уволилась из школы. По окончанию урлапу, зволнила из за школы. Займывалась письменными толмачениями, давала Корепетиція Займавала ще занималась займалася писемними тумаченями, письменними переводами, писемними тлумаченнями, давала корепетиція і давала часні уроки. була репетитором. Давала корепетиції. Чили целый час себе дорабя. То есть все время подрабатывала. Чили целый час себе дорабя. Так, хотела быть ближе цуречки. Да, ей хотелось быть e, ближе к дочке, рядом с дочкой. Так, хотела быть ближе к цуречке. Постараемся помочь. Бенде мяла вас на увадзе. Я постараюсь помочь и буду иметь вас в виду. Бенде вас на увадзе. Буду иметь вас в виду. Постараемся помочь. Бенде мяуа вас на увадзе.